Политика, в основе которой лежит претенциозное отношение к соседним государствам, является бесперспективной. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, если в Армении есть те, кто думает иначе, то они должны взглянуть на нынешнюю ситуацию как результат 30-летней политики агрессии. В итоге пусть сами проанализируют, что это дало Армении. Мы уже много лет говорим, что следует отказаться от политики агрессии. Необходимо нормализовать отношения с соседями и определить международные границы между странами, сказал министр. Джейхун Байрамов отметил, что Армения должна предоставить карты минных полей. Два дня назад в регионе трое армян пострадали, подорвавшись на мине. «Мина не делает различий между азербайджанцами и армянами», сказал он.